Конфликт на дороге закончился стрельбой. Инцидент произошел в четверг утром на улице Лежневской областного центра. Дорогу не поделили 26-летний водитель и 35-летний велосипедист. По словам очевидцев, мужчина, управлявший автомобилем «Лада Приора», сделал замечание ехавшему посередине дороги велосипедисту, указав ему на то, что он нарушает правила дорожного движения. В ответ велосипедист показал ему неприличный жест. Мужчина вышел из машины, чтобы выяснить отношения. Завязалась драка. Велосипедист произвел в водителя легкового автомобиля выстрел из травматического пистолета. Потерпевший получил тяжелое ранение, а стрелка задержали полицейские. На месте работала следственно-оперативная группа. По факту криминального происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.